Bajanan Mogabe Shlama Lohun. Bedrijven Shlama Uchurham Nohun, Mendik Krasnodar, Batrut Russia. Amohun Ilan Yakrantohun, Umarabantohun, Jana Yohanova, Mendibe Depet Tadiana Aturaya. Darbedaiton, a Haman Nisha Tadiana Aturaya, Ilan Machertet Kazmane, that Tulkana Udal, a Mashanikam Adia, Danut Rakariaka, Danut Plasha Kamaya. و احنا المنتيبة جومة خداني خش ماشنة مجخخ لون قربت خمشمة فرسوفة لخجوات روسيا خزمانة كبطلي بنامنا مجخخ لون ومرتكيبة وخادو تجور طلقات هم كت منتيبة داها شوة و جو اها خرزدين إلى مدر خرزد خادوتا مدر منتيلن احنا مجخخ لون خزمانة مكرا امانويل خيو that طلبنا منن متخخلون يالك مامون باتو that فيشنا جو أترت روسيا جون بيتت موسكو أديا داريان شلاما أو مكرا أمانويل شلاما لك مكرا أمانويل بغدايفا كتوجو بس ما بغدايفا كتوجو أها خرزديا أتخيل رابا خدية أي نوخم باران خزمانوخم فشلون مجخل آها إلى مجرد زوجة يعقوبوا إلى برات مالموخون كتراب شن ديتون تابو يا بارة. Тетя Зоя, здравствуйте. Я вас приветствую от имени всех ассирийцев во всем мире. Сейчас нас видят и слышат. Мы больше двух лет искали вас. Перед вами сидит ваш двоюродный брат Эммануил Хиу, который все эти годы искал вас. خضري بل إليشا خنانيشو وخيو أمطي نرجس أمطي نرجس مامون دبابي سوريشو مامون دبابي دازيشو عندي من ذي أمبان بس أوكي تتزوية ваш брат просит вас рассказать о всей семье, о Хнанишу, об тете Наргиз, о всех братьях, о всех ваших дядях и тетях, которые здесь остались в России, о их семьях. Сколько вас, где все? Я могу отвечать? Да, тетя, отвечайте. Значит, мой папа Хнанишу, у него семеро детей было. Я вот его младшая дочка. А остальные дети все уже ушли в мир иной. Бабит мне карта Зоя Хнанишо Ива, Аламан Хлемунихле, у Ив Эдфалит Маня Ясуры. Аламан у Эдфалит Маня Ясуры. У эсурта Иля Мякартазоя. Элтат пашам тачуле хасфату ахунвату мунихна. У пештала Мякартазоя. Мен бетуйте. Ахти эсурта Иля у пештала ношу анихина мунихна. Айя бариф хнанишо. Хал айля пьяшем биту хнанишо? Зоя, а дети? У всех ваших братьев и сестер есть дети, да? Да, есть дети у всех, но не все они живы. То есть вот из моих родственников близких осталась одна только я. У меня есть племянница.
Ее зовут Марина. Она дочь его среднего брата. Борис. Как звали брата? Борис. Как это брат Аху ношему Ива Борис? Пяшела или сама в Москву? Шмо или Марина? Мне кажется, Зоя отвала Аху на Борис, брат Борис, Шмо или Марина. Так, а у нас Вадик есть. Вадик, чей сын? Не поняла. Вадим, чей сын? Вадим, чей сын? Вадим, значит, это... Сейчас. Это старший моей сестры Александры. Это ее внук. Вот Вадим. Так, например, карта Зоя или Вадим, или Навыжит. Зоя, кто это? Вот это Борис. Борис, Ахуна Зоя. Ахуна Зоя, Борис. Мунихали. Не поняла. А Ахуна Шатля Манили, Матра Мануэль. Ахуна Шатля Манили. Мамуни, Хмельнишу Мела, Ини Хмельнишу, У Ини Хию, У Ини Илиша. Хию не знаете? Илиша, где его семья? Хию. А дядя Алёша где? Дядя Алёша ваш? Алёша? Это мой брат. А дядя у вас был, Алёша? Нет, один Алёша. А у вашего отца братья были, где они? Их нет, они все умерли. Так, их семьи есть? Семьи есть у них. Значит, вот где дядя они? Илюша, это папин брат. Да. Сколько у него детей было? У него было трое детей. Мамунух Илиша Тфалитлая Арсура. Они где? Ой, надо было написать всех. Ну, вот Андрей, отец. Он... Значит, так, а еще какой дядя? Так? Вот Соня, это его дочка. Она умерла вот недавно. Брат Илиша, Соня, Мунихтала Тфалитлая Арсура. Тоня у него еще дочь была. И сын Амеля. Вот трое детей. Они тоже умерли? Они все умерли. Я сурит мамуну хэльвиша муньихана требната у хабруна. Соня муньихтала трепла юмана камадия. Пишева ахчи Соня у Зоя. А где пиштала Зоя? Зоя, а вот это чья фотография у него в руках? Мне надо очки надеть. Это тетя Валя. Это моя сестра Валентина. Как это был? Валентина. Это Хнанишо. Брат Хнанишо, Валентина. А я дому не хотела. Она умерла тоже. Умерла в 11 году. Недавно. Ну как недавно? 8 лет. А у нее сколько детей было? У нее один Максим. Он жив, он работает. У него есть. Брэунах Валентина Тамала Дюмоску Хайле Пляхала Чулеманди Окейла Тлебейтуйта. Зоя, а еще дяди ваши? Вот Илиша, а еще дяди были у вас? Так, еще дядя был. Я не знаю, как его звали, потому что я его живым не видела. Он умер, когда, ну, я была еще маленькая совсем. Мы его живым не видели, но у него трое детей. А его дети, значит, один сын у него, Андрей, жив. Он вообще-то, он вот и депутат, он такой активист. Потом еще у него сын Миша, Михаил, тоже жив он таксист. Они семейные, у них есть тоже. Там они у вас все? В Щелково живут.
Да. Охина маму намара аналэн хзинту, шиму далэн бэтхару, афмуньихлэ мэнкам мякартазоя бритлэ. Этлэ бнуны, хайна, этлэ джвирина, этлэ ньяле, чулэ ина угданат мдитат Москов, хадарвано, хада намдита иля шёлкава. Тама бэхайна, Андрей мэн Михаил. Мара шимат маму нилэн бэтхару, ана харлэн хзинту. Шлема Мануэль Слатама, Джимбабо, Джимбабо, Шлема Мануэль Слатама, у Шлема Мануэль Бабо, Суришу или Мамуни Бабо, у Дадишу или Мамуни Бабо, у Мальчишу или Мамуни. Не поняла. У вас жили дяди вашего отца Соришу и Дадишу. Не братья их его, дяди. А его дяди были. Соришу и Дадишу. Я, это мне знакомые имена. А с ними не было? А, они в Москве жили. Я а дети, пишу. Вы вообще не смеете? И про детей ничего не могу сказать. Нет. Мара Мансуруйте Анишиманаш Мутен, у Ани Бахаева Джумбитет Москоу, Лева Хадарвано. Мара и Мансуртен Вашиманаш Мутен, и на Юсура Лельвиен, у Лада Бдайн Манина. Мара Ятан Катавиели Яле Суры Тамана, Чулиду Москоу. Они, наверное, к нам и приезжали, потому что у нас, вот я помню, по детству своему, что у нас часто собирались ассирийцы, праздники какие-то были. Мара Суруйте Бетхарин и Мансуртенве Бетедиена Хазмана Раба Баджмаева у Ана Суртет Чуленве Анхин Чуледжурве Юнабишене. Мара у Лембетхаре Раба Спайшемане Ельме Лембетхару Раба Суртенве у Кадани Шаравата Кад Баджмаева Шмитена Нишимана Соришу, Дадишу, Бдайм Катхазманина, Бдайм Маракатхазманина. Они мамуны Сдадуали. Это дядя вашего отца. Тетя Зоя, покажите Вадима, пожалуйста. Вадим, покажись. Ага, Некрамануил. А я дзванка Атурая или наведет Шурка, наведет Александра. Да. Ну, я внук, вот баба Шура, которую вы показывали. Баба Нана. Баба Нана, да, на фотографии. Нана. Нана, да. А это кто? Баба. Кто это? Это мой дядя. Ага, мамун это Игорь. А он? Ничего не понял. Брунет Шурка, мамун это Гаджвенкелы, Шиму Игорь. Вадим, а как твоего папу звали? Олег. Бабет Вадим, Оль. Шиму Ива Олег, Муньехале Хачмаша Накамадия. Аламинахле. Аламанахле, Чулемитанохун. Вадим, ну, у тебя есть возможность что-то сказать своим родственникам? Ну, садись. Мы рады видеть вас. Слышать. Очень вот рады, что мы... Олег. Да, это вот мой папа, то есть вот он. Бабет Вадим, Дуля, Олег. А рядом ты стоишь, Вадим? Нет, рядом дядя, да, это мой дед и дядя так. Игорь, да, это? Вот, это дед, вот. Дед, да. Папа твой и дядя Игорь. Да, почему-то. На камеру только покажи, пожалуйста. Мекра Амануил, ага, шичлебахзаю, ага, или Давид Бетсапер, Бруно Олег, Бруно Игорь. Дуж, Давид Бетсапер. Ви. Мамунат Дагаялены, Савуну и Удабу. А я бахты Давид Бетсапер, Лейла. А я бриз Мамуни. Вот это. Это ваша бабушка? Это да, бабушка, а? И это я.
Вот. Ага, Иля Шурка, у Ага Джванка Джухано, Олег Иля Джухано Тнану. Хе, Ага Джванка, да? Ага, Олег, покажись, пожалуйста. Вадик, покажись, Вадик, подвинься. Подвинься на камеру, пожалуйста, на камеру. Джухано Тнану Ту или Аяга Вадим. Ава я не джуханат нану, не джуханат шурка. Ава я. Ава я. Ава я. Ава я. Ава я. Лаш, милый, микроманул, мумеру? Ава брун замарели, ава я, брун замарели, я брун тахуне. Брунут Замара, Брунут Замара. Я помню, назвал, когда там к границе подходили. У раба Багдая любил Зайтоху, Мара раба Багдаева, как хазили, как хазмани, мы бархат хашины. А не мчалда она, Яганде, мчалда полтена, эгит ты на гуску раба, бепляха мен уруцнаха. Уруцнаха, кто? Анна Кирилла, он говорит, что спрашивает, говорит, это сын певца, я говорю, да. Оба, вы курышнали. Вы курышнали, ваш дедушка, да, вы тоже курышнали. А вы сами. Это скажите. Курышнали, не знаю, Давид Бисапар Курасная. Они разговаривали с твоим дедом. А вы интереса, а? Москва, Москва, хайе, или профессионал шиплиджарчана. Мария Схумлана, вот хамандиана. Спрашивает про тебя, я сказала, что ты фотограф профессиональный, организатор свадеб. Ну да. Сколько тебе лет? 33 стало. Я так раз, я так. Вадим, ты не знаешь нашу мнение в мире. Упомянь, ты не обойдешь, а ты я циклал, или я обойдам у тебя. Я, говорю, так растерялся, что я даже не знаю, что говорить. Просто радуется, смотрит и все. Гатрана мы лазим на чухаха атурета. Аджван калени джвира, ля халик азал манидан, маджварах ла атурета. Я говорю, нужно найти осенитку, чтобы мы не потеряли такого осенитца, чтобы он не отбился от наших рук. Надо его женить на осенитке. Возможно. На крановую выгзает разы от урета джавер. Брата Соданта? Мажверах ли от урета джавер? Анна! Анна разы хама от урета джавер. Хама да, кентил от урая. Эй, اول
Мы ничего не понимаем. Очень рад видеть вас, очень рад, что вы нашлись. Благодарит меня за то, что наконец-то мы это сделали и нашли. И переполнен радостью, говорит, мне вообще больше не нужно, просто я очень хотел их найти, хотел узнать о них, кто они, где они, есть ли они. И приезжал семьи, которая была потеряна. Им скажите, чтобы в гости приезжали. Приезжайте в гости. На Крамануэ. خاطر برناشي كل بيلطلع انا مكتينا بلطة بابي ويمني انا لبلطة ايبان مني بس Вадим, он просит тебя, чтобы ты разузнал все имена внуков, детей, вот его дядь, да, ваших дедов, и просто дал ему информацию полную, сколько детей было, сколько внуков есть, где они все, и есть ли еще кто бы пожелал бы с ним увидеться и пообщаться. Я понял, он, это тебе? Он очень хочет вообще... Да, можно, да, да. Можно опять вот так по WhatsApp связаться и поговорить уже без видео. Ну да. Хорошо, да. Сделаем. Накрамануэл, Мара Алайны, Чумут Масам Соден, Умутмут Анутла Масам Чулебьевенна. А братит Мамунух Мякарказоя, Мара Раба Бдмайда Талбабо. Барак Любой Талбабо. Ахуни Фарид, Бруни, Фарид Адиямеве, Фарид Магзиладжану. Фарид Магзиладжану. Тетя Зоя, это вот ваш двоюродный племянник, Фарид. Очень приятно. Я вам захотел там рахла амти, да? Амти, да? Амти, да? Германия. Германия теперь одна. Может, вполне, да. Бала, риба, гдила, ты пеклам бит амтам, бал, хналия тахла, баби лия, ты лалих из юуда. Риба, гдила, хоят бисимта риба, джана лава, кичка, джунджара, ты шкула гати. وغدينا الرابع بو مندي قلب خادوت بابي بيش كورتلا هو مندي كل خام مندي وادي خاقا بابا قطا وخديا رابا بغدايبا اينوكم باراني اينوكم باراني بس رد вас слышать, рад видеть и рад за своего отца, что наконец-то он нашел своих родственников. Конечно. من يعني التليفون هي بيمن كاتو وإيمان مغبيتون أمويدال همزميتون أختي كاتي ميمون جودة جروب ديوكون
ترجمه انا همزم توكم اجات خمس شغله بجنجره الاغراض انا لا 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 تخمن هرم دعنا ما تخمن كم دعنا ما دوتي قد بيعين همزة من أمبرونة نافجة أمتي أنا كاتب تنين ودعنا ما تخيما كت لخمة كاتوخو هنا ترجمة نهم دم توخو المقطوع يا ليلة بروبلم أو يا تبسم تعرابة بعدين значит он просит, он просит твой номер телефона покажись пожалуйста тебя плохо видно Просит твой номер телефона, и я ему предложила по WhatsApp, когда вы захотите между собой пообщаться, вы просто заранее меня предупредите, что вам надо созвониться. Мы назначим время, и позвонимся в конференц-связи, я буду переводить ваш разговор и все. Хорошо. Принял. Ну, надо учитывать. Когда номер телефона, все, я же... перешлёшь? Да, да, я ему дам, и вы свяжетесь между собой. Хотя бы да, переписку спасибо. На английском языке сможете как-то, а потом, если нужно поговорить, просто меня в конференцию включайте, я переведу разговор. Хорошо. Абия рабахдили медрема ареван, как мтылан алдага юма, как ахнога кумпудалы. أدي لاشك لخرابة داما من هرجان الداها خورزة من شون بني أمتن كتبغزايا وبشماينا شوكخ كاتبشينا أختي بلان مدخ كتشولي كتمون كيلا مدفكخلون يال ما منبات كتشول خيي لنا خزي قويدالة ومنبر بار تتخات خشنة ومنبر إماشنة أختون تفكلوخون مودالة И тун братит мамуна, убрунит мамуна. Айноху баран раба Богдаева. А я шо кем сену, ты сену казанен? Бишем та риба. У ана рибена итли ихара би яхч матемарат. Ана табан бан анне наши хазмуди ласаб ана умри азея инусмани хамшашинне. Мне сейчас 85 лет, и я очень рад, что я Он поблагодарил меня за то, что я помогла ему найти вас, увидеть вас. И просит у святого Георгия, чтобы было все хорошо у всех. Тетя Я сейчас сказала, да. что я, чтобы не задерживать наших зрителей, которые сейчас видят и слышат нас, всех ассирийцев в мире. Мы просто хотели поделиться этой радостью и сказать всем, что еще одна ассирийская семья соединилась, еще одни родственники нашли друг друга. Сейчас мы попрощаемся со всеми ассирийцами, которые видят нас, а вы сможете между собой уже общаться без вот этого нашего, без нашей программы. پرچان مغب آدیا شوکف کاتو خوب شینه لاشک لخرابا من دامو خون و همون اذن مانی تابوی لبرخز مانی مانی سنی کلی کت ماس خیر رخ کاته پک دون چطوغن کاتن و ان چمت ایت خیلن چمت ایت مصیتن اتخا بجر بخیر رخ کاتو خون کت مچخیتون لون خزمان دیو خون و اتخا تفکیتون بی خزمانو خون بخود فکلون Мякра Амануил Хию, у мякарха Зоя Якубова, как и на ял маму вата. А я пушу к шляма халхада джагахита, мадрабатка хамонда.